Всем привет! С вами магазин фокусов MagicLessonShop.ru. В данном видео посмотрим вот такой вот реквизит, который называется шальная стрелка. У меня в руках сейчас шальная стрелка. Смотрите, она смотрит сейчас в сторону. Поворачиваем. Видите, как меняет все направление? Перпендикулярно. Давайте сделаем легкое магическое движение. Вот направление стрелки. Снова вращаем. Смотрите, теперь она смотрит в одну сторону. Хотя я ничего такого не менял. Тот же кусочек картона со стрелкой. Теперь давайте еще одно движение. Стрелка уже смотрит в противоположную сторону. Ну и вернем ее обратно. Перпендикулярно. Вот такой вот простой реквизит. Посмотрим, давайте секрет. Секрет данного реквизита очень простой. В принципе, здесь как такового секрета и нет. Просто берете этот реквизит и показываете, как показывал я, и у вас будет автоматически все получаться. Здесь специальным образом напечатана стрелка. То есть здесь она идет так, здесь идет так. Если вы берете вот в таком положении, вот за эти уголки поворачиваете, у нас стрелка меняет направление перпендикулярно. Если мы сместим вот так положение, то у нас они будут указывать в противоположную сторону. Если же мы от первоначального положения сместим в эту сторону, то стрелка будет указывать в одну сторону. Вот такой вот геометрический, можно сказать, фокус. Данный реквизит вы можете заказать в нашем магазине фокусов magiclessonshop.ru. Ссылка под видео. Приходите и заказывайте.